Всем здравствуйте, с вами Андроид и Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о весьма необычной музыкальной аркаде, которая называется Note Fighter. Мы, получается, будем сражаться с нотами. Вот наш персонаж. А тут доступно три настройки. Это Play, три менюшки даже Play, How to Play, это как играть, там объясняют обучающий тип режим. Но он как в картинках сделан, и, как вы видите, на английском языке нужно какими-то знаниями обладать. Давайте я вам сейчас объясню, как в нее играть. Нажимаем на Play. И мы выбираем различные мелодии, да, которые присутствуют. Есть легкие мелодии, средние и сложные. Давайте выберем легкие мелодии и выбираем уровень сложности. Уровень сложности есть, и Medium Hard сильно отличаются. И сейчас я вам поясню, в чем же отличие. Нажимаем Эси, что мы должны делать? Вот на нас идут ноты, и мы должны снизу нажимать именно те ноты, которые на нас идут. Вот, если мы ошибаемся, тратится наши жизни, как я понимаю. Вот видите, сейчас я промахнулся, к сожалению. Так. Таким образом, мы должны, всю мелодию проиграть. И мы, если мы ее всю, проиграем, мы сможем эту мелодию, закончить до конца. Несу какую-то чушь, вот. И в чем же отличается... Вот я, к сожалению, не смог пройти. Ну, тут надо все-таки внимательно смотреть на ноты, которые я нажимаю. А в чем же сложность, в чем же разница между уровнем сложности Easy и Hard? Дело в том, что на Easy мы можем в любой момент нажимать. На Medium и на Hard нужно нажимать именно в тот момент, когда они к нам, эти ноты, приближаются. Если мы так нажмем, видите, слишком рано мы их нажали. В этом, конечно, очень-очень сложно. То есть это отличия просто громадные. И тут, как понимаю, надо просто запоминать, где находятся вот эти вот ноты, да, с буквами. Потому что вот так, если смотреть внимательно, да, на буквы, которые идут, ноты, да, очень тяжело. То есть реально, мне очень тяжело в нее играть, хотя сама концепция мне игры очень-очень понравилась. Я вообще люблю музыкальные вот такие вот... игры, да, на Android, я с удовольствием в них играю. Но так как она очень сложная, я в нее буду вряд ли играть, но наверняка вам она может понравиться, если вам нравится данный жанр. Давайте перейдем к плюсам и к минусам данной игры. Плюсом, конечно, оригинальность, очень прикольно сделана. Сама, мне кажется, стилистика очень тоже кайфно все реализовано. Вот и то, что музыкальный манер все сделано. Минусом, конечно, является сложность, да, особенно на нормы и на хард, и английский язык, который может оттолкнуть многих-многих людей, которые привыкли к русскому языку. Но какую бы я оценку данной игре поставил, я, наверное, поставлю все-таки ей 4 с минусом. Это такая средняя оценка, которую я решил данной игре поставить. Ну, вот такая прикольная, интересная игра. Если вам она понравилась, то советую в нее обязательно сыграть. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока, до скорых встреч!